about my money. Shut the fuck up. Так, стоп. Думаю, мне вам стоит кое-что объяснить. Давайте перемотаем. Так это не то. А, вот. Наше приключение началось в торговом центре, где мы встретили своего единственного фаната. Я внизу! О, здорово, ты кто? Я ваш фанат! Слышь, а чё вы сериал свой перестали снимать? Да чё-то нас никто не смотрит. Да вы что? Мы всей семьей смотрим. Поэтому у нас, наверное, такие рейтинги низкие. Он нам и посоветовал принять участие в недавно открытом конкурсе на самое оригинальное видео, в котором по итогу, как сказал наш мини-друг, победителя ждут слава, деньги и тёлки. Внимательно его послушав, мы решили снять ваше любимое бамбалео в каком-нибудь необычном месте, а именно посреди ночи в закрытом здании торгового центра. Тебе-то легко говорить, а мы в ящик из-под бананов не поместимся-то. Какие ящики? Вон фотобудка. Фотобудка. Да. В общем, я вам идею подкинул. Давайте. Пока. Ну что, собственно говоря, с этого все и началось. Мы в торговом центре ночью. Ништяк. Бес. Вот это кайф. Бес. Все, правда, закрыто. Скажи, а зачем мы с 12 дней сидели в будке? Нельзя было прийти в 10 вечера и выйти сейчас. Да, Леха, зато сколько клевых фоток получилось. Сейчас будем снимать наше хитовое, легендарное видео. Ого. Готов? Это что, ночная галерея? Галерея! Толя! Толя, глянь! Кто это? Это что за покемоны? Кантаре! Me gusta! Вот она, работеночка! Настало твое время! Магомед Расулович, стражи ночи идут на помощь! Мы ехали, и тут автобус стал меньше. Многие из пассажиров погибли. Лех, ну чё? Толкаешь? Тяжёлый уж. Блин, тяжёлый, не угнать. Это танец, Рома, извини, это танец. Да, ништяк. Больше... Стоять, я сказал! А ну стоять! Бес, валим! Валим, бес! Лёха, пойдём, а трону вверх! Лёха, руку! Ты что, снимаешь уже? Да. Хоть бы предупредил. Так я махнул. Ой, Тарантино. Можешь громче рукой махать? Ну подожди. Нет, не могу. Есть тут кто? Смотри, оп, а ручка-то поломана. Ну что ты, е-мое. Ку-ку! Коллеги! Сережа! Сергей! Бежим на главный вход, там двери автоматически. Давай, давай, бежим, бежим. Ох ты, елки-палки. О! А ну посмотри, кровь есть? Может, дать? Палки, вот что теперь делать? Пойдем через парковку. А ты, Мишка, придумал, конечно. В горку, говорит, на парковку. Видел? Сколько прошли, а идти еще сколько.
Накрылся наш сериал. Если нас сейчас охранники поймают, то я в такой позе и останусь стоять всю свою жизнь. Мне сбежать надо. Да куда бежать, Леха? Охранник... Здесь все закрыто. А через гараж можно, через крышу побежать. Да дай отдышаться, а? Через стоянку. Всем лежать мордой в пол. Мордой в пол всем лежать. Хотя тут кафель. Может, морда и в кафель, как думаешь? Хотя пофиг. Всем ли... Разойдись! Лёха, Валя! Бежим, бежим, я! Грёбаный двор, вчера ночью в Краснодаре двумя неизвестными был похищен бриллиант стоимостью в 1 миллион рублей. Личность похитителей устанавливается. Полиция принимает все меры по задержанию злоумышленников. Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении этих людей, сообщите по телефону 02. Ну а теперь о погоде. Как неизвестные? В Инстаграме 10 тысяч подписчиков. Вот она, популярность. Да вот только бриллианта мы не брали. А вот свою камеру забыли. И вот две прекрасных закадычных кубанских подруги вернулись в торговый центр, чтобы забрать свою камеру, на которой есть единственное доказательство их невиновности. Да вот только Лёхина задница не умеет жить без приключений. Нас разоблачили, план провален. Остается лишь схватить камеру и бежать. Это мои! Без камеру! Без! Экстренная новость часа. Только что в торговом центре галереи задержаны преступники, похитившие бриллиант стоимостью в 1 миллион рублей. Ими оказались уроженцы города Краснодара Алексей Шафтан и Роман Бесценный, более известные под псевдонимами Леший и Бес. Я лет на 5 сяду, а ты на 7. Я вообще на зоне буду кольчиком. А что объяснил? Шмир, хотя в жопе жалок. Слышь, Чепушила! Когда баланду принесу? Не Чепушила, а вертухай. Эй, звезды, на выход! Сегодня стали известны новые подробности по делу о краже бриллианта. Сведения были получены совершенно случайным образом благодаря сайту YouTube, на котором выложенное видео набрало более 1 миллиона просмотров. На записи отчетливо видно не только, как ранее обвиняемые по делу Алексей Шафтан и Роман Бесценный убегают от охранников торгового центра, но и как гражданин Российской Федерации Владислав Чебровский, 1992 года рождения, похищает бриллиант. В связи с этим с Алексея Шафтана и Романа Бесценного сняты все обвинения, и они освобождены из-под стражи. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Владислава Чебровского, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02. Ну вот она, свобода. Без, это не свобода, походу, это какая-то популярность. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Наконец-то мы победим.